Здравствуй, Мазалтов. Сочувствую вашей утрате. Мам, кто умер? Оставь свои фокусы с Майей. Что? В чем дело? Говори! Совершенно ни в чем, ясно? Ну и чего ты в таком случае ржешь? Да не ржу я! Кто это такой хорошенький? На мой взгляд, очень правильно поддерживать девушек. Интересно, чей он папик? Не знаю. Ты флиртуешь со всеми подряд, глушишь вино, усаживаешься на стол. Куда ты явилась? На вечеринку? Даниэль! Вот это талия! О, господи! Я думала, у тебя от парней отбоя не будет. Купи себе вибратор, сдались тебе мужики. Мам. Ох, это не одно и то же. Где ты ходишь? Я ищу тебя повсюду. Мы провожали миссис Бранштейн до машины, мам. С чего это? А я знаю! Вы же нас учите всякому старичу помогать! Ты ведь такая хорошая девочка! Шалом, папик. Держи себя в руках. Я же не зову его в ванную перепихнуться. Мы на поминках. Вот именно поэтому и не зову.